Нам все же время дальний. Вот тут вот на срезках. Блин, тут так ловить можно. Знаешь, что перекаты есть. Да даже вот тут траектории, даже позднее торможение. Я уже торможу на бане, слышишь, у меня уже вот уже дым, вот я смотрю, перетормозился. Дальше. Шикарно. У нас каждый раз на деле тандриста такая погода. Мы даже прохладно. Да, мы тут 5 собираемся. Значит, мы хотим сейчас на День космонавтики, 12 апреля где-то попадаем. Я говорю, Саня, давай с Бондаренко первый этап. Лучше 4 февраля, на мой день рождения. Ледовые отметим, ледовые гонки. Виктор Васильевич, ну будет свет, дубчики поставили, днем тепло. Встречаю вас на дороге. И никак я не могу уйти на пенсию, которая вот мне. Это что-то особенное. Ну что ж, всем огромное спасибо, что вы есть. Спасибо, что все живы, здоровы, благополучно закончилось. Мы провели достаточно кропотливый сезон и будем закругляться и подводить итоги сезона. Итак, третье место в классе юниор младшей группы занял Филев Сергей, город Желтые Воды, 12-й стартовый номер. А второе место занял Иванченко Максим, город Донецк, 7-й стартовый номер. И первое место в классе юниор младшей занял Пантелеев, город Донецк, 40-й стартовый номер. С домашней заработкой с кубка, молодец. Растет смена, не успеваем мы состариться, как они взрослее. Ваши аплодисменты, класс юниор младшая группа. Обычно в этот момент у награжденных наших деток возникает вопрос. Много раз слышал, а где шампанское? Молодые, но удалые. Ваши аплодисменты нашим юниорам. Ну, кстати, скажу вам из личного опыта, наблюдая на этапах чемпионата Украины. Наша группа от 5 до 9 лет, наша смена. И молодцы, и не умеют ждать, пока их нафотографируют по полной программе. Встань на место, куда пошел? Класс юниор старший. Итак, третье место в этой группе выбрал Пантелей Олег, город Донецк, 40-й стартовый номер. А второе место в юниорах старших занял Чуйкин Андрей, город Желтые Воды, 77-й стартовый номер. И первое место, извините за интим, подробно заняла наша девочка Плотниченко Дарья, город Желтые Воды, первый стартовый номер. Я даже знаю, Максим на меня не огорчится. Готовится программа, она решает оставить еще ребенка в детской, то есть в группе юношеской, или покупать ей уже автомобиль Таврия. Извини, Макс, не удержался от соблазна, но это красиво. Возможно, мы увидим Дашу на Таврии в следующем сезоне. Ваши аплодисменты нашим юниорам старшей группе. Пантелей Олег, Чуйкин Андрей, Плотниченко Дарья. В зачете. У детей у наших, у деточек, так же, как и у взрослых. Итак, в командном зачете второе место заняла команда Дюстишевска «Ягуар», город Донецк. Дети с «Ягуара», маленькие ребята, пожалуйста, на подиум, на второе место. И первое место, к сожалению, две команды только было, заняла команда «Атом Техноспорт», город «Желтые Воды». Даша, придется возвращаться, да, да. Это наши дети, это наше будущее, у которых я уверен, вы меня поддержите аплодисментами. Для них будущее светлое и доброе. Это для вас, детишки, растите быстрее, фотография на память для вас. И я смотрю, аплодисменты становятся все длиннее, 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 перерастут скоро в овации. Ну что ж, дайте детям овации. Это перед вами все юниоры, наше будущее. Не все я имею в виду участники, но все юниоры. Спасибо огромное. Город Александрия, 57-й стартовый номер. Второе место Владимир Черня, город Запорожье. И первое место занял Крутенко Александр, город Запорожье, мастер спорта.
чемпион Украины этого года. Сан, Владимир Черняк, Александр Крутенко, Запорожье 2010. А теперь начинается. Поехали, кто же все-таки будет первый? Ваши просветы, ваши эмоции, ребята, поехали. На трассе понятно, но здесь Роман Жасан был первым. 1600 полный привод. Итак, третье место в третьей зачетной группе «Баги» занял Дмитрий Афанасьевский, город Старобельск, 51-й стартовый номер. Боролся Дима, но на свежепостроенном автомобиле еще не всегда все получается, допускает ошибки. А второе место заняла наша девочка в «Баги» Ирина Бондаренко, город Донецк, 77-й стартовый номер, которая в следующем сезоне, кандидат мастера спорта, да, которая в следующем сезоне будет ехать на новом автомобиле. Да простит меня Игорь Витальевич и Тёма, но не смог его удержаться. Будет ехать на новом автомобиле, на том, котором она ехала, именно для этого она сюда приехала. И первое место в третьей зачетной группе занял Артём Бондаренко. Кандидат, мастер спорта. Сын и мама на пьедестале. Не хватает папа. Папы, но они иногда, как говорится, размазывают эту ситуацию на подиуме. Иногда заходят втроем, но дает возможность и остальным тоже поприсутствовать. Ваши аплодисменты. Дмитрий Афанасьевский, Ирина Бондаренко, Артём Бондаренко. Третья зачетная группа «Баги». Артём! Ребята, ваше! «Баги» — автомобили с рабочим объемом двигателя до 2058 кубических сантиметров с турбонаддувом и до 3,5 без турбонаддува. Атмосферники, полный привод. Итак, третье место в четвертой группе занял кандидат мастера спорта Ирина Бондаренко, город Донецк. Да, Ирина, как папа тебе с сыном сказали, катайся уже, накатаешься, так же и на подиум. Второе место в четвертой группе занял Комаров Юрий, город Мелитополь, 10-й стартовый номер. Мастер спорта. Они постоянно поднимаются на подиум, иногда папа с сыном заходит. И первое место в четвертой группе занял пятикратный чемпион Украины. Руслан, спокойнее иди, я успею выговориться. С города Днепропетровска, неоднократный участник, призер победитель этапов чемпионата Украины и этапов Кубка Украины. Руслан Ткаченко, город Днепропетровск, 7-й стартовый номер. Мастер спорта. Нет, с вами честно, хорошо. Легко и просто. Ваши аплодисменты, четвертая группа. «Баги». Специальные кроссовые автомобили «Баги». Для тех, кто не понимает, что такое СКА. Это не спортивные клубы, это специальные автомобили. Мама, грамотно. Бегите! Итак, награждение в командном зачете. Итак, третье командное место в зачете «Баги» выиграла команда «Алком», город Мелитополь. В составе даже смотреть не буду. Виктор Чеботарев, Владимир Замарав, Юрий Комаров. А ну попробуй угадать все команды. Получится или нет? Второе место выбрала команда Бондаренко, Family Racing Team. Ирина Бондаренко, Артём Бондаренко, Игорь Витальевич, придется выйти. Бросьте фотоаппарат. Идейный вдохновитель, который мне вчера говорит, остался без машины, но дал возможность маме и сыну выиграться. Ваши аплодисменты. И первое место выбрала команда запорожского «Гаусу» «Хортица» Крутенко. Афанасьевский? Нифига себе, мне жили его, пацаны. И, по-моему, Руслан Ткаченко ехал за эту команду, или нет, я ошибаюсь? По-моему, да. Где Руслан Ткаченко? Сейчас он идет. Руслана поставит. Папа Коля, главный, почему вы приехали неподготовленные? Ваши аплодисменты. «Алком», Бондаренко, Family Racing Team. Запорожье, Каусоу, АК «Хортица». Город Запорожье, команды за счет. Вот так, Игорь Витальевич, хотелось, как говорится, увильнуть от ответственности, не получилось. Ваши аплодисменты багистам! И багистам, как «Хортица», было по 71 очку. И все решилось буквально на йоту. Вы поняли, да, где делать? Ну, самое главное, что счастливый. Вы посмотрите на это семейство, полная идиллия. Ваши аплодисменты, папа, снимайте. Итак, класс «Семен», класс «Таури». Третье место в классе «Семен». Извини, но не хватило, Саня, я тебя понимаю. Александр Дариенко, город Запорожье. Он больше трассы не
мама очень редкий. Позвонил мне 2 месяца назад, говорит, если не приедешь, мы тебе зарежем пятки под подъезд. Пришлось приехать. Александр Тройденко, ваши аплодисменты. Второе место. Ну, хотя практически весь сезон. Но огромное спасибо, что вернулся. Антон Кузьменко! Город Запорожье! Рекламная пауза, 2 секунды. Какими кровом и потом? Половинкин Иван, город Мариуполь! Я не знаю, Ваня, с твоим автомобилем, по-моему, в последнее время происходит все, что можно. Ломается все, что можно. Коробка, моторы, привода отпадают все. Помятая машина, но он все равно первый. Ваши аплодисменты, класс Таврия! Даренко Александр, Кузьменко Антон, Половинкин Иван! Thank you.